Всем привет, ребята! У меня для вас суперская новость. Заключается она в том, что давным-давно просили сделать что-то вроде тренинга личностного роста. И, в принципе, наша практика, наверное, пожалуй, процентов на 30 состоит все-таки из вещей, которые не касаются женщин напрямую. И по этому поводу я со своим другом Тиграном решил сделать для вас суперсобытие. Значит, это будет тренинг-диалог, который называется «Глобальное мужское мышление как путь к уверенности в себе». То есть одна из основных болей, скажем так, или болей современных мужчин, причем практически поголовно, это в той или иной степени неуверенность в себе. И, соответственно, у нас есть четкое понимание, почему это происходит, откуда это взялось. И самое главное, что с этим делать и что с этим сделать можешь именно ты. Вот, то есть, даже если ты считаешься достаточно уверенным в себе, неплохо бы это качество еще прокачать. Это то, что лишним никогда не бывает, если она адекватна и без крайностей. Итак, значит, смотри, 12 числа, 12 сентября в Москве, это будет два формата. Первый формат живой, мы приглашаем туда преимущественно своих ребят с наших выпусков. Если хочешь, можешь прийти поучаствовать и ты. Это участие вживую, будет человек 20 в зале. И есть участие онлайн-формат. Все подробности ты узнаешь здесь, под этим видео. Онлайн-формат стоит дешевле, и ты можешь поучаствовать из любой точки мира. Но там даже дело не в чеке, потому что он символический. А дело в том, что как это будет проходить. Мы будем с 12 дня до 6 вечера в субботу, 12 числа, разбирать ваши ситуации, которые не касаются только женщин. То есть о чем мы будем говорить? Как общаться с любыми людьми без препятствий, как убрать какие-то зажимы, как стать уверенным в себе без каких-то чудо-техник, там, успешного успеха. То есть на самом деле, какие конкретные действия нужно делать в своей жизни, чтобы стать увереннее в себе, используя только свой мозг. Как мыслить масштабно, для чего тебе это нужно? Для того, чтобы мужчина просто обязан научиться думать, то есть для того, чтобы правильно относиться к разным жизненным ситуациям, которые не всегда бывают со знаком «плюс». И когда ты обдумываешь какие-то вещи, почему они происходят, а почему человек сделал вот так, а почему он так не сделал, а почему я так сделал. То есть, когда ты начинаешь погружаться в себя, у тебя появляются ответы на многие вопросы, в которых ты раньше не понимал, не разбирался, соответственно, ты получаешь незамедлительный результат. Как научиться видеть возможные последствия в любых ситуациях, чего бы они ни касались. Финансовые сферы, личной жизни, отношения с родителями, отношения с самим собой и так далее. Как убрать барьеры, мешающие тебе больше зарабатывать? Как строить гармоничные отношения с позицией сверху? Что такое позиция сверху? То есть обо всем этом мы будем разговаривать. Как найти себя, свое, то есть чем ты хочешь заниматься? Как преодолеть какие-то творческие, там, эмоциональные кризисы? Понять четко, куда ты хочешь прийти, то есть как вообще начать думать, потому что сейчас основная проблема в том, что люди думать не хотят. Почему? Потому что это некая защитная реакция. Если ты начнешь думать и разбираться в каких-то причинно-следственных связях, что происходит в твоей жизни, то зачастую ты, скорее всего, столкнешься с неприятными ощущениями, потому что ты поймешь, что, блин, там очень много насрано, очень много боли, и это нужно решать. И поэтому я предлагаю вместе с нами, совместно, начать тебе это решать. 12 числа тренинг-диалог, в котором мы будем разбирать ваши ситуации, который называется «Масштабное мужское мышление». Живое участие в Москве, онлайн-участие из любой точки мира. Символический чек для того, чтобы просто отсеять ненужных нам людей. Здесь регистрация по этой ссылке. Бронируй себе места, и будет очень-очень полезно. Все, пока.